первого взгляда ничего особенного в этой картине нет. Обычный школьный урок. Учитель у доски, дети за партами. На самом деле, то, что вы видите сейчас на экране, большая редкость для современных российских школ. Кирилл Хабаров, учитель истории Шадринской гимназии номер 9, нисколько не похож на среднестатистического школьного учителя России. Поскольку, по мнению социологов, сегодняшний среднестатистический российский учитель – это женщина. Причем зрелого возраста, старше 40 лет. Получается, что наш герой – почти уникальное явление в современной школе. Директор гимназии, где работает Кирилл, Александр Сергеевич Суханов, на собственном опыте знает, насколько сегодня школе не хватает мужчин. У нас же единицы. Мы видим, что дети тянутся, особенно мальчики, да, то есть не хватает вот этого, может быть, мужского начала. Ну, ни для кого не секрет, что сейчас очень много семей без пап растут. Ну а сам Кирилл, Кирилл Андреевич, как называют его дети и коллеги, убедился, что его возраст, пол и неформальная внешность не только не мешают, но наоборот, очень даже помогают ему работать с детьми. Мой возраст, он позволяет общаться больше с детьми. Мне проще общаться и проще найти контакт. Если будет общение доверительное именно между ребенком и учителем, то есть педагогом любым, то тогда контакт, который существует между ними, он может, во-первых, быть еще сильнее. И я не вижу смысла одеваться в белую рубашку, черный пиджак. Тот стиль, который существует вот сейчас в одежде у меня, он мне позволяет ближе быть к ученикам. Как на уроке, так и между уроками, и на переменах. И дети это понимают. И они могут мне написать и ВКонтакте, и в Вайбере, и в Ватсапе, и в Телеграме, и в Инстаграме. И я отвечу им на любой вопрос, который им нужен. Помимо истории, молодой педагог ведет еще обществознание и классное руководство над пятиклассниками. И уверен, что знает, чего так не хватает современным школьникам и чего они больше всего ждут от учителя. Они ждут поддержки, а поддержка, она заключается во всем. То есть это может быть конфликтная ситуация дома, это может быть какие-то непонятки с каким-то другим учителем, это может получил 2, отличника, выходит 4. То есть они ждут поддержки, хотя, то есть у меня еще 5 класс, они, ну, стеснительные, то есть они маленькие, поэтому они как бы стесняются, но пытаются уже, потому что я сразу сказал, если возникают какие-то вопросы, пишите, звоните, то есть ничего в этом такого нет. Я не зверь, я пойму и вас, если вы не правы, я пойму учителя, тогда я вам сам объясню, что вы не правы. Тенденции повышения среднего возраста школьных учителей и дефицит кадров – две важнейших проблемы нашего времени. Поэтому получить молодого педагога в коллектив – это уже большое везение, уверен директор гимназии. Я считаю, что вообще счастье, когда молодой педагог приходит в образовательное учреждение, потому что непростая сейчас ситуация, вот, даже в плане не финансовом, а именно в плане, может быть, моральном, в плане почетности профессии, и поэтому это редкость, когда приходят молодые педагоги. А приход, вернее, возвращение в школу и ее выпускника, да еще с таким явным педагогическим талантом, это особенная удача для всего педагогического коллектива. Кстати, недавно Кирилл Хабаров получил еще одно доказательство своих незаурядных педагогических талантов, став одним из победителей областного конкурса педагогического мастерства. Его заявкой на заочное участие в конкурсе стал такой вот ироничный ролик о собственных учительских буднях. Вот так вот не надо. Надо вот так, так, так. Понятно? Я понял. Вот так вот не надо. Надо вот так, так, так. Понятно? Я понял. Надо вот так, так, так. Вот так вот не надо. Надо вот так, так, так. Я понял. Вот так вот не надо. Надо вот так, так, так. Понятно? Я понял. Интересно, что сам Кирилл видит в своей нынешней работе элемент случайности. В педагогический институт поступил потому, что с самого начала работал с детьми в загородном лагере отдыха «Салют». Студенческую практику проходил там же, а потом вдруг решил. Нужно попробовать, как это школа, как это вообще преподавать, потому что на практике я конкретно не был. Лагерь – это одно, это общение с детьми тоже, но вот давать что-то новое, именно знание, которая им будет пригождаться в том будущем, это немного другой уровень ответственности. Я пошел в школу только для того, чтобы понять, в будущем я смогу быть учителем, или мне нужно будет просто искать какую-то другую себе профессию, в чем-то двигаться в другое куда-то направление.
Ну а пока Кирилл совмещает работу школьного учителя с работой заместителя директора лагеря по воспитательной работе, оставляя перед собой возможность дальнейшего выбора. Но к своему сегодняшнему поприщу относится со всей ответственностью. Ставит перед собой серьезные задачи и пытается их решать. Я считаю, что моя задача – это в первую очередь, чтобы дети поняли тот материал, который им дается. То есть и не то, что поняли, а для того, чтобы у них появилось желание в том будущем узнавать что-то новое, и тем самым они будут развиваться самостоятельно. Я считаю, что современная школа, она сейчас требует именно развития ребенка со всех разных сторон. Потому что дети – это, как бы это банально не звучало, это цветы жизни. Как мы их вырастим, как мы будем поливать, садить, за ними ухаживать – они потом также нам будут благодарны, ну, либо, соответственно, неблагодарны. Ну что ж, как говорил герой фильма «Покровские ворота хоботов», независимые умы никогда не боялись банальностей. Ну а поскольку главный герой фильма, как и герой нашего сюжета, тоже историк, то цитата эта вполне уместна. Есть у Кирилла и ответ на вопрос, что получает учитель взамен отданных детям знаний, времени и сил. Эмоции. Эмоции, благодарность, помощь. Как сложится дальнейшая судьба молодого педагога, останется ли он в школе всерьез и надолго, этого пока не знает и он сам. Главная причина, по которой молодым учителям приходит в голову мысль о поисках другой работы, известна всем – низкая заработная плата. Она вроде бы постоянно повышается, но прожить на нее, а тем более содержать семью, приобрести жилье, мягко говоря, сложно. Директор гимназии Александр Суханов уверен, чтобы ситуация коренным образом изменилась, необходимы два фактора. Это, конечно же, моральное удовлетворение. А моральное удовлетворение будет тогда, когда о профессии учителя будут говорить с уважением, когда на первых страничках популярных изданий будут фотографии учителей, людей труда. Вот. И, во-вторых, это, конечно, финансовая составляющая. Вот. То есть, когда будут достигнуты вот эти две очень важных задачи, тогда, я думаю, молодые люди пойдут в образование. Очень хочется надеяться, что эти простые и понятные всем истины о важности учительской профессии и необходимости материального подкрепления ее престижа в обществе перестанут быть просто словами. Ведь даже начинающий учитель знает, что теорию непременно надо подкреплять практикой.